Всем привет, канал «В поисках клада золота и сокровищ» от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, мы там все-таки здесь в крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот. Да, прям тут. Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю как. Вот так, наверное, получше будет, да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1000. 950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, не похоже довольно-таки. Качество. Сохрана, точнее. Песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монеты. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, тут что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению... Похоже, что непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы монет 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровища, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Вы получили неимоверную премию «Охотники за сокровищами». Наш канал Викринг – это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг – это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает.
Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышишь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я самый богатым. Я сказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают. Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что эта миска слишком большая, наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка, и притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... И знаешь, когда мы будем сегодня показывать видео, думаю, многие не поверят. Скажешь, когда там пойдет запись, чтобы я уже начал рассказывать? Уже началось. А, уже началось. Ребята, вы знаете, что сегодня ночью нас разбудил звонок. Звонит наша экстрасенс и говорит: вы где, ребята? Вы уже, как говорится, в полях работаете. Мы такие: нет. Я в телефон ору: золото, золото, золото. Ну, вы знаете, как рефлекс, как собака просто. Она говорит: ребята, срочно, поднимайтесь. Мы уставшие, капец. Приехали только с трехдневной экспедиции. Ноги гудят, руки гудят, все, блин, болит. Копали там, не знаю, пару тонн перекопали. Она говорит: срочно сейчас выезжайте. Будут артефакты. Мы говорим: как? Только же, только приехали, дай отдохнуть. Она говорит: если вы их не выкопаете, их уже больше не будет. Они будут потеряны для науки, для исследования. И самое главное, для ваших любимых зрителей Ютуба. Значит, что мы делаем? Сразу заказываем наш немеренный крутой напиток «Безумный викинг». А знаете почему? Потому что уже знаем, что будут сокровища. Будут немереннейшие артефакты, которые сегодня мы спасем. Надеюсь, что наш курьер возьмет флешку с этими крутейшими артефактами, видео этих находок, и сегодня выложит в Ютубе, и вы сможете наслаждаться этими неимоверно крутейшими артефактами. Я вам хочу сказать, смотреть туда, извините, ребятушки, устал, еще с просонья глаза не протер, сейчас немножечко горло посвежу, потому что реально тяжело. Аж даже не верится, что такое может быть вкусненькое. Что безумный викинг может быть таким вкусным. И значит, я не протерши глаза, значит, мы быстро бежим сюда и начинаем копать. Работаем, работаем, работаем. Я говорю: ты знаешь, хоть золота еще нет, но пивка охота выпить, потому что тяжеловато. Сранья, холод собачий, руки трусятся от мороза. Приходится согревать, костер полили. Ну, в общем, ребята, я вам скажу так. Канал Викинг – это золото, золото, золото. Скажешь, когда включишься? Уже включился, сигнальчик пошел. Да, ребятушки, всем привет. Канал Викинг. Выехали сегодня по требованию экстрасенса. Сказала, что вы зря сидите дома. Сегодня вы должны работать. Вы должны обнаруживать новые артефакты, которые только наша команда может спасти. Да, и вот в этой как раз кучке может быть этот артефакт. Да, сейчас проверим. Так, что-то...
или два артефакта. Как-то звон мне начинает не нравиться, как пробочка, да, пробка. Ой, ешки. Ребята, ну это, знаете, самое главное, что канал Викринг показывает все без приукрас, ребятушки. Не переключаемся, будет супер сенсация, прям дальше. Так, ну. Смотрим, будет очень интересно. Места шикарнейшие просто. Теперь нужны артефакты. Места шикарные, нужны находки. Что-то есть, но сигнал слабый. Будем искать хорошие сигналы, чтобы вам было интересно. Очень много разного мусора. Мы вам его не показываем, чтобы ваше драгоценное время не тратить. Ну, иногда, конечно, показываем. Да, самое главное, вы же знаете. Не переключаемся, ребятушки. И, возможно, даже уже сейчас, буквально через 10-20 секунд, вы увидите неимоверные сокровища. Да, кстати, мы подходим уже вон то поле, про которое она говорила. Посмотри. Вон его видно, вон оно, где-то в километре, может, видишь? Да, белый песок. Да, ребята, белый песок, про который она нам говорила. Она вот это сказала, будет сенсация. Ищите на белом песке и да найдете его. Да, ребята, поэтому не переключаемся, это сенсация, это же Викринг, вперед! Красивые места. Вот, можешь муравейник показать, если хочешь. А где муравейник? Вон. А, да. Интересно, бывает клад в муравейнике? Жалко, конечно, никто раскапывать порядочный человек не будет. Ну, можно так проверить просто, да. Просто ради интереса. Нету. Да. Муравейники клада нет, ребята. Клад в муравейнике. Да, неплохое название, ребятушки. Клад в муравейнике. Или муравьи в кладе. Как вам больше нравится, пишите. Так, вот эти ямы, это от чего? Это воронки. Воронки. Да, ребятушки, это воронки. Может, прозвоним? Ну, давай прозвоним. Тут надо шурфиться. Опа. Вот так вот. Чутье меня никогда еще не подводило. Не, ну так глубинный сигнал. Глубинный, давай, да? Оставим его на потом. Метра или... два. Ну да, сейчас копать 2 метра тоже. Охота, знаете, ребят. Тоже глубинный сигнал. Тоже глубинный. Угу. Ну ты понимаешь, глубины тоже сейчас бить, это часа 2-3 потратим, понимаешь? Ну а вот сейчас идет тоже. Нет, это глубинный, все, давай искать такой неглубинненький. Это глубинные сигналы, понимаешь, получается здесь же окопы, пойдем так сюда. Окопы дают глубины, давай идти туда, на то поле все-таки, про которое она говорила. Так а вот огромная... Подожди. Сейчас, подожди. Тоже глубина идет. Пойдем на поле, там уже тогда будем смотреть, если что-то. Посмотри, какая огромная воронка. Я не знаю, что сюда должно было прилететь. Подожди. В натяжечку надо, в натяжку. Ага. Очень большая. Да, ребята, это вам не хухры-мухры. Да. Давайте прием. Вот, ребята, кто копал, искал сокровища. Прямо перед нами. Петрович, давай прозвоним под этим деревом. Пап. Ты включился сейчас? Конечно, ну, интересно. Я же не слышал, ты же говори. Я включаюсь, когда интересные есть варианты. Может, что вдруг здесь что есть? Ну, это глубинный. Пойдем, куда она говорила, серьезно. Окей. Это за... Работаем по распашечке. Да, ребята, на распашках всегда находим огромное количество и монет, и разных артефактов, потому что это то именно место, и вам тоже советуем внимательно на них обратить внимание, где будет очень много всего. Ну, конечно, нужно идти очень много, работать, километры изучать, но оно все дает, вознаграждается потом. Поэтому давайте не переключаемся, мы уже подходим к месту, где будут артефакты, давайте ждем, не переключаемся. Так... Так, ребята, сигнал слабый. Сейчас проверим, что это. Очень интересно самим посмотреть, что же тут у нас лежит. Ну что, проверяем.
Что за артефакты здесь у нас спрятаны? Вот так, сейчас снимем немножечко, проверим сейчас. А что, сигнальчика-то уже нет. Ну, был сигнал, ты же слышал? Да, был сигнал. Ну, и где он? Все. Было и не стало. Ну, и такое тоже бывает. Ну, давай опять. Ладно, ребята, прём дальше, не переключаемся. Ну что, ребятушки, вы слышите его? Наконец-то. Наконец-то! Что же это будет? Монета? Как думаете? Я думаю, золотая монета. Делаем ставки, ребята. Давайте, ребятушки, попёрли, наконец-то. Команда. О, вот лежит, вот он. Вот он, артефакт. Вот, ребята, смотрите. Да, ребятушки. Так, что это у нас, гильза? Да, и притом это, похоже, первая, да, это первая мировая, ребятушки. Смотрите, вот оно. Посмотрите, как она окислилась. Посмотрите на этот неимоверный артефакт от команды Викринг. Прямой эфир. Реальные находки. Как же это круто. Тут еще, ребятушки, и надписи. G17 год. Это выпущено или в Англии, или в Америке. Покажи. Вот. Вверху в самом. Видно? Думаю, да. Ну что, ребята. Все-таки мы на верном пути. Ждем, не переключаемся. Супер находки от команды Виклин. Класс просто. Ребята, слышите этот звон? Вы его слышите, я надеюсь? Мы не только слышим, мы его видим, этот звон. Да, да, ребята, такой артефактик звенит. Кажется, чуть... А, вот, вот, выпал. Выпал, ребятушки. Это немец. Нет, это немец. Немец, да. Посмотрите, ребятушки, на окислы. Стреляный, стрельная гильза. Ты знаешь, тут вообще тоже стоит 17. Это, может быть, здесь стрелял просто один тот же самый человек. Нет, это не 17. Не 17, это, да? Какие-то другие, ребята, тут надписи. Смотрите. Вот это настоящий артефакт от команды Викринг. Мы наконец-то подходим к месту. Как только мы начали выходить к месту необходимому, сразу пошли суперартефакты. Гляньте, как он окислился. Это все реально от Викринга. Прям дальше не переключаемся. Да, ребята, есть сигнал, подходим, пожалуйста. Такой невыразительный, слышите, я надеюсь, его. Ну ничего. А что это? Ну, это фольга, наверное. Да, это фольга, забираем с собой ее. Да, идем дальше, прям дальше. Ну что, ребятушки, хороший звончик идет. Очередной сигнал. Очередной сигнал пошел. Сейчас раскапываемся, смотрим, что тут у нас. Сейчас копану еще. Выкопали. Два, один. Один сигнал идет. Сейчас отделяем вот так сюда. Тут, да, он здесь, я так и подумал. Надо было сито брать. Есть. Взяли. Ох, ничего ж себе! Где? Вот! Смотри, окись. Не вижу. Вот, вот, что ты не видишь, сейчас отключаюсь. Где? Да вот, пальцем показываю. Я ж смотрю в камеру. Сейчас. Вот, смотри сюда. Ничего ж себе, ребят. Ох, ничего. Увидел? Себе, это круто. Давай вообще. Я сейчас так при этот приторможу, так покажи. Отлично. Так, ребята, ну что? Сейчас берем, ребятушки. Фольга, пробки и... Золото! 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 Да, ребята, ну, это... Да, скорее всего, платина. Сейчас посмотрю, может быть, есть клеймо. Ребята, вы смотрели «Властелин колец»? Посмотрите, какая платина, капец. Видели «Властелин колец»? Хотите, чтобы я сейчас исчез? Ну, хотите? Многие пишут, как ты нам надоел. Я готов, пишите, одеваю прямо при вас. Так, сейчас чистим, да, ребятушки. Давай-ка. Вот это фартануло. Есть клеймо! Есть клеймо! Юрич, есть клеймо! Блин, муравьи напали, капец. А! Фу, смотри. Охранники, это хранители этого кольца. Смотри.
Вот клеймо платиновское, ребятушки. Как ты вот в воду смотрел? Покажи, а видно? Подожди, внутри, сейчас, приблизь. Сейчас я буду приближать, чтобы было видно. Стоп, стоп, не дергай. Там я комары эти кусают, муравьи. Внутри, о, видно? Для вон. Зрителей можно и подождать. Внутри покажи. А, кусают, блин. Не, ну это однозначно ресторан. Ресторан, ребятушки. Видно? Да стараюсь, не знаю. Не, так внутри да, клеймо. Не знаю, знаю, знаю. Что ты там делаешь? Ладно, и, кстати, будет храниться у меня. То что последнее платиновое кольцо, которое я там отдал Юрию, которое он должен был передать в музей, оно куда-то у него закатилось под кроватью уже 2 года. Мы его не можем передать. Не можем его найти. Не можем его найти, да. Ага, вот это. Секундочку. Так. Да, я покажу. Это размывается, секундочку. О, вот так вот видно все. Показал? Да, показал. Ну что, ребята, смотрите. Я не знаю, сколько столетий этот неимоверно крутейший артефакт пролежал. Сохран отличный. Сохран. Посмотрите, кто в теме, тот поймет. Посмотрите, какая патина, ребятушки. Это просто крутейшее кольцо с... Как этот фильм называется? «Властелин колец», да? «Властелина колец». С «Властелина колец». А теперь это будет «Властелин зомби». Ну, если честно, то реально... Платина с пробой. Да, такое не каждый день находишь. Возраст сказать тяжело. Сохран классный. Ценность по-любому высокая. Ну, какая высокая? Ну, 10 тысяч евро. Ну, как высокая? Ну, если ты, конечно, клерк, работаешь на тыщенку где-то в фирме, бросай ты работу! Харе штаны протирать! Да, кстати, клерчонок, не забывай ставить лайки. Не забывай подписываться на канал. Не забывайте ставить на звоночек, чтобы получать супер крутейшие артефакты от неимоверного сенсационного канала Викринг. Если ты неудачник, ставь дизлайк. Церковь Святого Покаяния тебя заранее прощает. Викринг — это золото! 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 И еще подожди, платина! 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 Всем привет, канал Викринг. Сегодня выехали, ищем неимоверные сокровища. Как всегда, работаем по карте Шуберта. Если вам интересно, будем показывать, как мы это делаем, вас учить, как мы находим эти сенсационные артефакты и находки. Очень глухой лес, реально очень интересный. Будут сегодня сенсации, ни в коем случае не переключайтесь. Однозначно, все, кто заходит к нам в первый раз на канал, досмотрите видео до конца. Нажмите на колокольчик, чтобы вы получали наши классные, супер крутые извещения. Потому что, не знаю, знаете вы или не знаете, но на канале Викринг вы будете смотреть золото, золото, золото. Викринг, подписываемся, советуем знакомым, друзьям, бабушкам, папам, мамам. Это очень реально, это очень круто. И самое главное, осенью выйдет «Зомбиленд». Неимоверно серьезный сериал про зомби. И это все канал Викринг. Это мы делаем мы, ребятушки. Ну что, ребята, вы это слышите? Что это, мы не знаем. Покаемся еще. Но через несколько секунд неимоверно крутейший артефакт появится. А сигнальчик такой мощненький идет. Да, сигнал мощненький. Сейчас он появляется, ребятушки, и вы его сможете увидеть. Что же это? Золото, бриллианты, серебро, сокровища. Все возможно. Не докопали. Не докопали еще. Вот сюда уходит. Да, ребята, это канал Викринг. Это самое лучшее для вас, наши друзья. Ну, не томи, что здесь такое, а? Ну что, в яме? Придется раскапываться. Смотрите, ребятушки. Что же, интересно, ну неужели золото, а? Как же охота вам показать золотишко. Достать в прямом эфире и вместе с вами поехать в ресторан отмечать этот неимоверно крутой артефакт. Ну? Такой сигнал классно идет. Не томи. Ну, кстати, он в яме. Это так и неудивительно, потому что мы работаем по суперкрутым местам. Да, а вы знаете, этот сигнал как-то стал хуже звенеть, реально. Он звенел очень круто. Может быть, даже что-то уже мы и выкопали. Может, это окислы, кстати, звенят. А может быть, этот артефакт перевернулся в другую сторону. Ну, короче, реально круто, ребятушки. Не переключаемся ни в коем случае. Это канал Викринг, вы же знаете. Реальные суперартефакты.
А убери просто камеру, то что может на нее замыкает. Ну, посмотри. В яме, ребятушки, посмотрите, как это круто. Как мне нравится такой прозвон. Да, как же мне нравится такой колокольный звон. Это всегда супер находки. Это реальные, ребятушки, артефакты. Пошел уже белый песок. Неужели в нем что-то спрятано? Тысячи лет назад, возможно, кто-то здесь что-то зарыл. Ну, тут корни, даже не знаю, рубить их или нет. Что же там за находка? Просто сенсация. Ну, показывайся ты уже, дорогой наш артефактище. Ничего не вижу. Сейчас, ребята, смотрим. Еще раз прозваниваем. Что, не докопали. Не докопали. Ребята, представьте, сколько копаем, и еще не докопали. Вот так сюда уходит. Но не томи ты меня. Что же это, а? Ваше мнение, ребятушки, пишите. Смотрите, это все викринг. Реальные сенсации, провокации, все в прямом эфире. Где вы такое увидите? Что же тут под корнями? Ребятушки, кто-то зарыл. Да, уже. Гляньте, белый песок, аж самому в немоготу, как говорится. Сейчас прозваниваем, смотрим. Ну, ни в коем случае не переключайся. Да, ребята, вот это фартануло. Что-то здесь крутое лежит. Даже не верится. Не переключайся, смотри за мной. Буду рубить корни. А что делать? Надо уходить в глубину. В белом песке, на такой глубине, может лежать любой артефакт, любая сенсационная находка. Некоторые пишут, что мы эти корни с собой приносим. Нет, ребята, мы с собой их не приносим. Ну, вот это глубинище. Это корень. Думал, что что-то лежит. Ребятушки, вот это да. Гляньте, песок-то белый, а артефактов нет. Как такое возможно? Если сейчас сигнал, нужно будет раскапываться вообще. Да, блин, уже глубина, смотрите какая. Сейчас уже пойдет под полметра. Ничего не вижу. Лопата ни во что не упирается. Сейчас буду запускать туда прибор. Ребята, расширяться, потому что сами видите. Это капец, ребятушки. Без шуток, честно сказать, неплохо. Я бы так сказал. В стенке сейчас, в стеночку уйдем. Показывают вроде как, что в этой стенке она лежит. Непонятно вообще. Ну что, ребята, бывает же и такое, вы видите сами все. Без всякого обмана, приукрас. Все в прямом эфире. Да, блин, что же здесь лежит, а? Я уже мечтаю найти этот артефакт, достать его и показать вам. Что же это за находка, которая веками, а может быть и тысячелетиями здесь лежала? Ну, не томи ты меня. О, что-то есть, уперся. А ну-ка. Да, есть. Капец, глубина. Вон, вижу уже, вижу. Ребята, ну-ка, убери, встань с камеры. Да, да. Так, отключаюсь, ребята. Фух. Да, ребятушки. Ты видишь? Вот. Да, я вижу, да. Да, ребята, вот так это все происходит. Сейчас я покажу вам в прямом эфире. Вот эта глубина, вот этот драйв, просто на супер эмоциях. Что же сейчас это будет? Смотрите сюда, ребята, вот он лежит. Смотрите, я его зацепил, этот артефакт. Многие говорят, зачем ты эту кисточку убери? Нет, любой археолог вам скажет, только так нужно работать с артефактами. Ну, вот он, смотрите, ребята, выходит из песка. Я хочу сейчас закричать, но пока мест не буду. Так, сейчас посмотрим. Большой, небольшой. Да, большой. Сейчас буду вытаскивать. Очень, ребята, крупный предмет какой-то. Ну, сейчас вот так я его обкопаю. Смотрите, белый песочек, вот он, гляньте, лежит. Ничего ж себе, просто сенсация. Настоящая сенсация от канала Викинг, ребята. Это просто того стоит. Гляньте, ребятушки. Ух. Просто бомба, гляньте, это просто супер артефакт. Что же здесь интересно, спрятала от нас история. Сейчас мы ее достанем, покажем вам, расскажем. Да, возможно, какие-то средневековые доспехи. Что это может быть? Может, что лежит? Зацепить лопатой с этой стороны. Да, я хочу аккуратно, чтобы не повредить. Что лежит под этими артефактами? Ничего еще себе, еще один идет сюда в бок. Уходит. Да, ребята, смотрите.
Это реальные артефакты. Смотрите, вот они уходят сюда еще. Такого вам никто не показывает. Вам показывают разные ведра ржавые. Да, ребята, это команда Викинг, которая достает на неимоверной глубине такие суперкрутейшие артефакты. Что спрятано под ними? Вот самый главный вопрос. Какая-то броня, что ли, может быть, от средневекового рыцаря. Фух, немножечко подустал. Вот, смотрите. Попробую сейчас. Да, этот шевелится. А ну-ка. Вот, смотрите, видно? Да, да, да. Этот шевелится. Потихонечку. Его достал. Ничего ж себе, ребята. Первый артефакт достал. Так, смотрим дальше. Тут их несколько. А это какая-то большая часть. Вот эта большая часть сейчас. Сейчас выходит, и она есть, ребята. Смотрите, вот оно, прям с земли. А что это, вон какая-то часть? Сейчас почистим, ты знаешь, возможно, какое-то средневековые доспехи или латы. Это потом уже, когда мы покажем эти неимоверные артефакты экспертам. Смотрите, ребята, вот оно все, прямой эфир. Белый песок. Здесь что-то, видите, загнуто. Может быть, это были какие-то бронированные латы. Сейчас смотрим дальше. Сюда второй убираем. Да, ребята, не переключаемся. Так, еще один кусочек выходит. Смотрите. Вот это да. Можно, ребята, будет остановить. Я всегда говорю, что когда такие идут артефакты, не зная, что лежит там, под ними, под землей, под этим песком, всегда нужно раскапываться, всегда нужно углубляться. Смотрим. Так, еще один фрагмент доспехов. Мы так предполагаем, мы не знаем, разная толщина. Так, смотрим дальше. Так, они идут дальше, ребятушки. Не переключайтесь. Это реальные сенсации в прямом эфире. Смотрите. Смотрите, ребятушки. Потом нам говорят, нет, это невозможно. Мы говорим, да, это невозможно, но мы же это находим. Вот, смотрите, это видно? Слушай, серьезное какое-то... Смотрите, ребятушки, это, я надеюсь, видно. И внизу там какой-то идет уже артефакт. Крупный такой уходит в глубину. И этот уходит сюда, смотрите. Ох, ничего ж себе. Так шевелится. Я, смотрите, сейчас это будет прямой эфир, ребята. Лопатой аккуратненько. Смотрите сюда. Видите, как он выходит? Вот такой большой. Смотрите, вот он вышел. Да, ребята. Ничего ж себе. Там еще есть, представляете? Это, ребятушки, только начало. Смотрим сюда. Какие-то доспехи, капец просто. Что же он сделал? Наверное, нам, знаете, нам везет на каких-то там рыцарей, королей. Нам говорят, это невозможно. Доспехи невозможно найти. Мы говорим, как же невозможно? Вот, смотрите сейчас. Смотрите, ребята, не переключайтесь. Смотрите, вот эти артефакты. Это какая-то броня. Может быть, с руки или с ноги. Я не знаю, с какого-то доспеха. Вот так, ребятушки, мы это все вытаскиваем. Смотрите, в прямом эфире вам показываем. Вот сюда откладываем. И будем потихонечку уходить в глубину. Да, они дальше идут, смотрите. Ребята, смотрите. Гляньте, я не знаю, что будет под ними, но я просто в предвкушении. Неужели мы обнаружили какой-то бесценный артефакт? Глубина, посмотрите, рука уже туда, блин, еле достает. А он все уходит, смотрите. Кобздец просто, посмотрите сюда. Он уходит, он огромный. Глянь, посмотри, видно? Да, вообще. Смотрите, просто. Ребятушки, корень сверху идет. Вот он уходит туда. Я так ножом туда расчищаю. Да лопатой поддевать. Так, какой лопатой сейчас будем расчищать? Сейчас будем тут раскапываться. И знаешь, что еще самое главное? Сейчас не делай паузы, хоть я уже подустал. Я хочу, чтобы... Я, ребята, хочу вам показать, чтобы вы не думали, что здесь какой-то обман. Я хочу вам показать эти крутые доспехи. Давай под этими корнями. Я так, хочу поехали. Аккуратно, да, сейчас спокойненько доставать их, чтобы вы просто получали удовольствие. Я понимаю, что здесь будет сенсационное открытие. Здесь будут крутейшие артефакты. Вот, смотрите, идет дальше его броня. Что это? Латы какие-то. Это просто круто. Глянь, видно, да? Да, ого. Просто капец, ребятушки. Вот это фартануло просто. Может быть, доспехи лошади. Там, где броня, там и золото, ребята. Да, смотри, глянь, ты видишь? Да. Глянь, туда уходит прямо. Сейчас. Покажи ребятам, чтобы не думали. Я сейчас расчищу. Смотри, смотрите, ребятушки. Это какая-то... Ага, еще прошли фрагменты брони. Это какая-то броня. Вот это пофартануло. Ребятушки, вот это артефакт, гляньте. Ого. Вот еще взял один, смотри. Фрагмент, видно? Да. Сюда выкладываем. Смотрите, ребятушки, броня-то идет, и она уходит туда в глубину. Показываешь? Конечно. Сейчас, подожди, посмотрю, сюда куда уходит. Фух. Да, ребята, представляю, меня уже томит ожидание, что же там в глубине под этим супер крутейшим артефактом находится. Аккуратно, не наступай, не вырви. Ребята, ни в коем случае. Фух.
не переключайтесь, тяжеловато. Очень много нужно копать. Смотрите. Смотрите, как он идет. Вот сюда покажи. На меня. Вот там встань с другой стороны. Чтобы было видно. Вот, смотрите, эти артефакты. Видно сюда вот? Смотри, уходят. Видно? Да, нужно, мне кажется, нужно вообще раскапать большую яму здесь. Сейчас я попробую поднять. А ты знаешь, а по-любому, знаешь, почему придется раскапывать? Угу. Потому что как мы с тобой сможем... Там вообще не шевелится, ребят. Будем сейчас раскапываться, не переключайтесь, все в прямом эфире. Я хочу знать, чтобы наши зрители это все видели. Будем сейчас раскапываться, потому что средневековые все рыцари, если это король или какие-то доспехи, то реально что-то будет спрятано. Реально будет сенсация. И это видео мы снимем на одном дыхании. Сейчас пока еще могу минут 10-15 работать без передышки. Потом, ребята, извините, надо немножко будет передохнуть. Вы сейчас увидите это все. Ну что, готовы? Погнали? Да, поехали. Глянь, глубина какая. Так, это все бесценное убираем в сторону. Это, ребятушки, потом будет обзор, как миллионы наберем просмотров. А сейчас подходи поближе, будешь показывать, как это происходит. Как погнали, происходит, бомбим, раскапываемся. Как происходит вот эта вот неимоверная концепция поиска реальных сокровищ. Придется много копать, ребятушки, потому что артефакты огромные. Они уходят в разные стороны. Ну а что, ничего не поделаешь. Вот так это происходит. Покажи корни. Покажи, говорят, это привозно. Ага, смотри. Вот еще этот артефакт зацепил сейчас. Прям в стенке. Подходи, хочу показать, как происходит расчистка. Да, ребятушки, это просто происходит на одном дыхании. Когда ты чувствуешь, что вот оно здесь рядом, будет сенсация. Уже мы профессионалы, понимаем, что это здесь. Это сейчас будет обнаружено. Смотрите, ребята, вот, глянь, покажи. Вот я зацепил, сейчас производим расчистку. Смотрите, ребятушки, да, реальные доспехи. Неужели это король? Кто это? Смотрите, вот я сейчас за них беру и пытаюсь их вырвать. Видите, ничего не получается. Знаете почему? Потому что такой артефакт, который пролежал веками здесь, спрессованный, смотрите. Смотрите, ребятушки, это викинг. Жалко доспехи мнуть. Ладно, буду подкапывать. Да, ребята, под корнями. Они здесь пролежали веками. Вот это да, ребятушки. Вот это сенсации. Глянь, посмотрите. Гляньте, ребятушки, да, это доспехи, ребята. Это реальные доспехи, ребятушки. Кто вам такое покажет? Да никто вам такое не покажет. Аккуратненько убираем их. Представляете, был бой в этом бою. Этот рыцарь на лошади, закованный в броне, мчался навстречу своим врагам. Вот, ребята, очередной артефакт. Булавой смятый. Ну что же там внизу? Не переключаемся, смотрим. Я сам в шоке и восторге. Вот, покажи очередные артефакты, которые я достал. Да, ребятушки, копаем. Ну, поперли вперед. Сейчас раскапываемся и достаем эти неимоверные крутейшие артефакты и находки. Опачки, еще один есть, подходи, еще пожалуйста. Один. Да, ребята, смотрите, доспехи идут. Не знаю, это может быть сейчас будет от лошади. Вот, смотри, вот он идет. Видно, да? Да. Сейчас берем... Расчищаем и вам все показываем в прямом эфире. Надеюсь, что сегодня миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть от команды Викринг реальные серьезные приключения, поиски сокровищ, артефактов. И самое главное, все честно, никакого обмана. Смотрите сюда. За такое нельзя ставить дизлайки, только лайки. Смотрите, вот он, смотрите, идет очередной артефакт, очередная броня. Не знаю, это или лошадь, или человек. Потом эксперты подскажут. Огромная пластина. Сейчас буду брать лопатой. Смотрите, как нужно лопату ее вытаскивать. Аккуратненько, смотрите. Вот так вот, видите? Чтобы не поломать. Там еще идет. Ого, гляньте. Гляньте, ребятушки. Огромная пластина выходит очередная. Да. Да, ребятушки, когда такое обнаруживаешь, понимаешь, что жизнь удалась. Что не зря в 33 года копаешь, уже 34-й год, и достаешь такие неимоверные сокровища. И самое главное, что это все прямой эфир. Вы будете дома сегодня наслаждаться, а мы будем показывать эксперту, поедем в ресторан, будем отмечать этот неимоверный артефакт, который рыцарь, к сожалению, наверное, он погиб. Я так аккуратненько от песочка...
струсил, ребятушки. Ну что, прям дальше не переключаемся. И самое главное, не выключайте. Смотрим дальше. Смотри, показывай, как я туда это все это убираю. Чтобы никто не подумал, что это какой-то обман. Только реальные артефакты. Так. Смотрите, ребятушки, все идет под корнями. Покажи. Сейчас обкапываем. Вытаскиваем. Углубляемся. И достаем очередной. Так, вижу. Сейчас. Не, не вижу. Подожди, он глубже идет. Фух. Сейчас, ребята. Ну, так, подраскопался. Сейчас стою, вытаскиваю песок. Беленький песочек. Закапывали хорошо. Понимали, что будет лежать долго. Почему, зачем? На эти вопросы будут отвечать экстрасенс. И, конечно же, археологи. Реально серьезные. Так, корни убираем, они нам мешают. К сожалению, к большому, к нашему. Это, ребятушки, круто. Смотрите сюда. Так, есть очередной артефакт. Вот он идет. Вот, смотри, покажешь? Сейчас попробую его. Ага, идет, смотрите, ребята, пошел. Ничего себе. Вот это да, ребята. Кобздец просто. Артефакты просто прут, как из рога изобилия. Да, неужели мы сможем собрать полный комплект рыцаря? Брони рыцаря и лошади, на которой он скакал. Подойди, покажи поближе, гляньте, ребятушки. Вот так оббиваем аккуратно. Да, в это сложно поверить. Только канал Викриных делает такие супер крутейшие сенсации. Смотрите сюда, ребятушки, ложим. Покажи, какая уже кучка у нас артефактов. Да, ребята, вот это прием. Вот это драйв. Реально просто копаем на драйве. Яма все глубже и глубже. Смотрите, очередной артефакт. Покажи, глянь. Я его зацепил сейчас, покажи. Вот, ребята, смотрите, я его вытаскиваю из песка. С белоснежного. Фух. Да, ребята. Просто капец. Смотрите сюда. Вам видно, надеюсь? Никто не скажет, что вы их сами закопали. Это немерено круто, да. Да, ребятушки. Смотрите сюда. Так, потихонечку, помаленечку мы приближаемся к реальному схрону. Что же там? Что же там лежит? Вот это самый главный вопрос, который сегодня нас с вами будет волновать. Что за артефакт находится там, под этими доспехами? Что же... Ага, еще смотрите. Глянь, видно? Вот да, еще. Видно еще. Вот еще, ребяточка, феррамент. Что же это за артефакт? Что там лежит? Опа. Крупный, нет. Да, этот идет. Для меня это самое главное, потому что опыт говорит об одном. Когда такая яма, когда белый песок, когда сверху корни, понятное дело, что это века, когда это пряталось. Да, ребятушки, есть. Я уже понимаю, что здесь что-то будет неимоверно ценное, что здесь будут настоящие артефакты. Вот это да, ребята. И он все идет. Покажи туда сбоку вот так. Вот еще, смотри, фрагмент. Вот. Вот еще, ребятушки, фрагмент. Сейчас вытащил. Смотрите. Ребята, толщина брони. Вот это находки. Вот это сенсации. Все, ребятушки, в прямом эфире. Смотрите. Ни одной паузы. Не вздумай переключиться. Только у нас на канале ты сможешь увидеть такие неимоверно крутейшие артефакты. Так. Там, похоже, это какая-то броня, то ли лошади. Еще уходит, ты знаешь. Вот еще вижу. Вот еще кусочек. Да это кусок, это не кусочек, это кусмяра просто. Покажи, куда уходит, Лянька, глубоко туда в бок. Подожди, аккуратно, что там цеплять. Вот, ребята, смотрите, куда уходит. Под корни, видите? Вот. Огромный фрагмент этой брони. Сейчас достаю еще один очередной. Яма все глубже и глубже, и все уходит и уходит. Да, ребята, булавой его смяли плотно. Толщина капец просто. Посмотрите, какая толщина. Посмотрите на это железо. Кованое, толстющее. Должны были своего хозяина уберечь от верной смерти. Сюда убираем все. Кучка-то растет, ребятушки. Артефакты прут, глубина просто все глубже и глубже. С каждым сантиметром. Даже не знаю, что тут сделаешь. Надеюсь, вам интересно. Пишите, ни в коем случае не переключайтесь.
Мы все делаем для вас, чтобы вы получили удовольствие этого неимоверно крутейшего копа. Мы сейчас будем углубляться, ребятушки, потому что, сами понимаете, такие артефакты требуют осторожной расчистки. Не, вообще не шевелятся. Да, какая-то бронища просто. Смотрите, вот еще один обнаружил. Вот он сюда уходит. Вот огромный кусок. Вот он, видно его? Вот он, смотри. Да, видно, видно. Вот он, сейчас я его расчищу. Так, так, ребятушки. Так, ну о, что о, же, о. Вот, видно, да? Может, можно подцепить его? Да нет? Я пытался, вроде как пошевелился сейчас. Угу. Ушко какое-то, видите, от чего-то, ребятушки? Вот, прямо его видно. Может быть, лошадиное ухо прикрывало. Сейчас посмотрю, покажи, как я сейчас его. Не, не идет вообще. Не идет, да? Ну, вот смотри, я его беру так. Вообще не идет. А вообще, ребята, не идет. Вообще не идет. Ну что, ребята, сейчас надо мне как-то передохнуть, что ли. 10-15 минуточек, потому что у меня уже... Я думаю, вы поймете, что даже у таких крутых поисковиков, как мы, есть желание немножко отдохнуть. Надо просто передохнуть. Не переключаемся, сейчас включимся. Ну что, ребята, работаем дальше. Просто даже прибор с трудом залазит. Уже из последних сил добиваем, честно. Да, глубина капец. Уже сейчас, ребятушки, будем заканчивать съемки, подустали. Расчищаем все, аккуратно смотрим, что же это за неимоверные артефакты. Ни в коем случае не переключаемся, все будем показывать вам в прямом эфире. Это реальные крутейшие сенсации от супер неимоверного канала Викинг. Ну что, вы готовы продолжить неимоверные раскопки? Самое главное, вы же знаете, ни в коем случае не переключаемся. Сигнал идет или... Вот тут сигналы идут. Капец. Ребята, сигнал на сигнале, вы знаете. Сейчас. Смотрим. Ага, что-то опять идет. Да, ребята, смотрите сюда. Давайте вместе в яму ко мне. Сюда неудобно, конечно. Яма где-то метр, сантиметров 80. Да, уже метр какой сантиметр. Вот артефакт идет. Вот он идет, ребятушки, артефакт. Сейчас. Сейчас будем его подкапывать, смотреть. Видно его? Да. Вот она, броня рыцарская, ребятушки. Сейчас я ее аккуратно... Ты знаешь, сейчас, наверное, буду... Хорошо его размотали тут. Да, глубина здесь где-то примерно, ребята, метр. Так вам скажу. Ну, это лет 500, да, получается? Да, может, даже и больше. Тяжело сказать. Самое главное, потом будет прозвонить, ничего не пропустить. А, вот она идет, броня. Ага. Идет, ребята. Броня идет. Вы же знаете, самое главное, это не переключаемся. Вот она идет. Что интересно под ней, а? Ну что, ребятушки, смотрим. Самое интересное, это что под броней. Просто мы копаем сигнал, копаем дальше, есть. Сигнал продолжается. Есть, смотрите, ребята, есть. Броня вышла. Смотрим, гляньте. Да, ребята. Смотри, заклепкой. Это капец. Это видишь, видно, может быть, сейчас где-то мой нож. Может быть, уходила в какую-то кожу, понимаешь? Смотрите, ребятушки, вот заклепочка выходит прям такая, у вас. Явно не современная. У вас просто, смотрите. Вот и наклепали. Ребята, это... Здоровенные, да? Ребята, смотрите. Просто молотом забивали. Это реально канал Викинг. Смотрим дальше. Реально крутизна просто. Так, ну что? Все. Нет, теперь надо смотреть, что под ним пряталось. Сейчас берем, выкапываем, тут тоже все. Под ним что-то, ты знаешь, может быть, спрятано. Глянь, песочек беленький-то какой. Не хочу. Обрати внимание, посмотри, песок, ребята, разнится. Песок разнится, ребята, смотри, глянь. Видишь, какой песок другого цвета? Закапывали? Да, тут что-то закопано, ребята. Я вижу сейчас прям, вижу сейчас, что здесь другой. Да, обращайте внимание, что если видите другой песок, значит... Смотрите, я же археолог, ребятушки, смотрите. Опачки. Опачки. Опачки, ребята. Вот что значит профессионализм. Что дальше пошло уже? Сейчас, ребята, не вижу. Глубина. Капец. Капец. Знаю, да, ребята. Yes, yes, yes. Это горшок, ребятушки. Это горшочек. Горшок. Так, от горшка. А горшок. Вот же, да, вот это же, горшок. Когда его выплавляли. Опекали, да, ребята. Сейчас сюда на лопату ложу, так смотри. Давай дальше. Это интересно уже становится, ребята.
же тут еще интересно есть, а? Опа! Еще? Услышал? Да, да, слышу, слышу. Слышал? Сейчас. А, вот еще лежит, смотрите, ребята. Вот он лежит. Видно? Или не видно? Я так стараюсь снимать, тут же глубоко. Ну, ближе, приблизься сюда. Я сейчас покажу так. Вижу, вот да, так. Сейчас. Вот, ребята, видно? Хорошо крет. Да. Ничего ж себе. Отлично, вот это, да, видно так. Да, ребята, это капец. Это реально. Это убираю на лопату потом, что покажем. Вот он, смотрите, ушел сюда тоже на горшочек. На лопаточку точнее, так. Глубина капец. Ага, еще вышел кусок. Разбитый горшок. Может быть, у рыцаря был, не знаю. Чаша какая-нибудь. А, идет. Идет. Сейчас буду расчищать. Смотрите. Видно? Да, видно. Сюда на лопату. Вот сюда на лопату убираю. Сейчас. Тебе скажи, неудобно работать. А уже так напахался. Артефакты. Яма такая глубокая. Артефакты идут. Реально идут, ребятушки. Да, яма глубокая, раскапываться. Уже за целый день еще есть. Вот еще фрагмент идет горшка. Сейчас. В стенку уходит. Вот, покажи, все стенки торчит. Вот, прям со стеночки видно, вот он. Вот сейчас его достаю. Вот он. Да. Видно? Да. Два штучки сразу еще. Фух, тяжело, ребята. Ну давайте смотрим. Вот еще пропустили один. Был в отвальчике. Ну, что у нас тут? Ну, смотрим, не переключаемся. Уже дно пошло. Его, получается, расчавило, что ли, этот горшок. Непонятно ничего. А, вот он идет еще. Опа! Есть, есть, вижу, вижу, видишь? Вижу. Монета, монета. Где монета? Вот монета прям в камере у меня. Это. Вот это? Нет, это не монета. А, жаль. Это расщепленный горшок. Ну ладно. Сейчас, подожди. Гляньте, ребята, белый песочек какой-то, капец просто. Горшок идет. Не очень четко видно. Жаль. Горшок идет расщепленный. Сейчас, подожди, это убираю. Неудобно, глубоко рука еле дотягивается. Да, горшочек реально идет. Так, смотрим дальше. Ну что, ребята, готовы? Уже все, как бы горшок, не знаю, что ничего нет. А вот что-то, ребята, есть что-то. Ничего ж себе, глянь, видно? А что, ну я уже не знаю, что, я не что знаю. Кричать. Мне ничего так не ж себе. Что это, что это? Сейчас. Ух, ничего ж себе, ребята, слиток. Ух ты. Капец, ребятушки. А ну-ка. Yes, yes, yes. Серебро. Серебряный это слиток, ребята. Это какая-то рыцарская медаль. Нет, это просто слиточек какой-то, не знаю. Просто слиток был. Серебряный слиток, ребята. Ну, хорошо, уже не зря ямку покопали. Ребятушки, это реально сенсация, не переключаемся. Кто он такой покажет? Сюда откладываем. Неплохо, так. Уже скажу. Да, ребята, на такой глубине. Ребята, а вот что еще есть? Вот, смотри, что-то еще лежит, вижу. Смотрите. Вот, видно? Да. Это днище, что ли, горшка уже? Днище уже, ребята. Лопнул, смотри. Его разбросало, наверное, здесь. Лопнувший, вот вторая часть вижу. Фу. Ребята, монеты. Где? Вот это да. Где? Покажи где? С этой стороны, вот. Вот монеты пошли. Видно? Да. Вот выпало. Видишь? Да, Петрович, давай выгребай сюда все, уже плохо очень видно. Тут. Сейчас вот так рукой. Рукой давай все забирай там, что есть. Сейчас, на лопату. Ребяточки. Сейчас. Вот это, ребята, да. Подходи сюда. О, я вижу, торчат. Вот-вот монеты. Видно? Да, видно, видно. Yes, 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 ребятушки, это виклинг. Не зря покопали, ребята. Сейчас смотрим, подождите. Неудобно, блин, что одна. Смотри, не видно ничего. В горшке прям он торчит, прям в куске в этом. А, еще есть, подожди, сейчас возьму кисточку. Класс. Это, ребята, конечно, того стоит. Вот это настоящее приключение. Так. Устали, конечно, уже сил нет. Да, сил нет уже, ребятушки, смотрите. Уже кричать сил нет. Сейчас будем кричать, подожди. Смотри, сложены. Угу. Это чаша, похоже, была. То есть такая небольшая, да? Да, небольшая чаша. Сейчас вот я сниму перчатки. Так. Сложим сюда. Видно? Угу. Сейчас это аккуратненько так расчищаем. Смотрите, это. Видно? Гляньте, ребята, прямой эфир, капец, просто как же это круто. Говорю, видно?
Да, отлично, вообще очень круто. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять монет, ребятушки. И слиток. Ну, неплохо, я сказал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А что, еще прозвоним? Давайте посмотрим, что там давайте еще в ямке. Давайте прозвоним. Фу, ребята, вот 4 часа работы. Ну. Фу, немеренная яма. Да, еще есть. Еще есть. Еще продолжаем. Есть, да. Еще есть, ребята, сейчас. Сейчас потихонечку достаю. Это глубина, капец. А еще керамика идет. Вот еще керамика пошла. Надо выгребать, все просеивать. Его расчавило, понимаешь? Угу. Непонятно, где оно там звенит. Сейчас буду. Есть. Есть, ребятушки, смотрите. Фух, нашел. Еще одно. Капец просто. А ну-ка приблизь, видно? Да, крупным планом показываю. Сейчас приверну. О, глянь, какой сохран, класс просто. Ребята, знаете, что сейчас будем копать дальше, но уже подустали. Фух, давай, подходи, покажи. Близ, близоты покажи, чтобы было видно. Видно? Ребятушки, это, похоже, серебряный слиток, но будут эксперты показывать. Небольшой кубок рыцаря, с которого он, видно, выпивал перед боем. Все это сегодня команда Викринг презентует вам, наши дорогие лучшие зрители. Неимоверно новый клад. Я хочу просто показать вам, для меня это очень важно. Толщина монет, посмотрите, какие они тонкие. Посмотрите, какие они грациозные. Это реально настоящая сенсация. Настоящие артефакты от команды Викринг. Все новые ребята, которые зашли к нам на канал, пожалуйста, нажимаем на колокольчик. Все, кто смотрит, досмотрите до конца. В конце нашего видео супер классная реклама других неимоверных видео. Это и золотая корона каре. Не видел еще? Зайди посмотри. Это и золотая цепь рыцаря с артефактом. Зайди посмотри. Булавой смятый шлем. Неимоверные провокации, сенсации, открытия. Все это канал Викринг в прямом эфире. Подписывайся, запомни, Викринг — это золото, золото, золото. Вперед, не переключайся. Так, это клад, Кумы, да, это клад, класс. Я сейчас покажу своим друзьям, ребятушки, смотрите. Это реальная залипуха, вот только что ее выкопал. Я стоял на лопате, поэтому уже не было времени снимать и показывать. А сейчас самое интересное, получается, вот тут идет желтый песок, а внутри черный, когда закапывали, получается. Я вот так сейчас лягу, буду раскапывать потихонечку. Получается, когда закапывали, был другой грунт. Вот они, монеты эти лежат здесь. Так, буду сюда в стороночку. Сейчас. Сейчас посмотрим, что это. Это у нас... Капец, руки трусятся. Такой шикарный клад. Так, 3 копейки, 1000. Сейчас, не вижу. Сейчас, так охота сказать вам. Вот, 1000. Сейчас поближе посмотрю. 1800. Если честно, не могу рассмотреть. Ладно, будем откладывать в сторонку. Вот так сюда и будем откладывать. Андрей Александрович, давай, давай потихонечку доставать. И сейчас потом я... сделаем обзор. Сейчас, подожди, я хочу просто... Подожди, сейчас, мы сейчас. Смотри. Большие какие. А это? Ты знаешь, надо мыть, не видно. Сейчас... Ну давай. Просто реально не видно. Сейчас. Может, прибор пока выключим? Сейчас. Сейчас, да, сейчас прибор выключим. Сейчас буду дальше разгребать потихонечку. Аккуратненько уже. Сейчас, да, приборчик сейчас пока выключим, чтобы он не мешался.